Добрый день, дорогие друзья, мы вольера Жени и Магдочки. И Магдочка там собирает с бетонного пола, а Женя поступает более так артистично, подставляя свой вкусняшка-провод для принятия угощений. И обратите внимание на ее выражение мордочки. Такая улыбочка у нее довольная. Насыпала себе на спину мусора всякого. В общем, Дженни в своем репертуаре. Так, ну если что-то упало рядом, то и Дженни не против поднять. Ага, хотела сразу пару кусочков подобрать, но тут подоспели новые угощения, и Дженни переключила свое внимание. Женя дает погладить свой хобот. Настоящий слон. Все хотят погладить. И дети, и взрослые. Нашу красотку. Алим, что случилось, Алим? О, так, бананчик для разнообразия. Вот там сколько уже угощений.